кассетная дека педального типа со стрелочными индикаторами. Модель называется Marantz AD тысячник. Аппарат прост в эксплуатации, надежен, красив, брутален и звучен. Значит, питание у него мультивольтажное, 110 вольт и 220 вольт. Шел он как на Америку, так и на, как говорится, европейский континент. В частности, я перевел на 220, сзади там специально, ну так скажем, питание у него 220 вольт. Вот они. Значит, хвост съемный, типа восьмерки. Вот так вот выглядит и все это сзади. Значит, дизайн, это фирма Marantz, это США, а произведено это все в Японии. Реализованы выходы и входы на RCA разъемах и 5-диновый. Вот морда, толстый алюминий фрезерованный. Произведена хорошая профилактика, все пишет, автостопируется и воспроизводится и мотается. Значит, открывается это дело вот так, мягонько, все как хорошо. Значит, головочки у нее в идеальнейшем состоянии, вообще вся в шоколаде, скажем так, никаких окислов, ничего нет, просто состояние отличное. Головки у нее супер пермалой хэд, вот на этом написано. Значит, ну все, что тут, счетчик аналогового типа, трехсекционный, работает. Есть, значит, запись микрофона, как всегда я говорю, приоритетный. Если подаете, то у него здесь сигнал выбирается на, с микрофона писать. Выход на наушнички 6,3, запись, перемотка влево, плей, вправо, перемотка, стоп, выброс, пауза, уровни записи, левый, правый канал, рекорд, кнопочка включения. Вот такие вот у него индикаторы. Красивые стереокассеты дек, индикатор записи рек, значит, долбинер есть, биосток, подмагничивание, никвализация. Все это я не буду трогать, оставлю все в отжатом положении. Ну что, давайте подпишем. Подаем сигнал. Отмеряем. Побежала.
мотает зверь что влево, что вправо. Это залив. Значит, автостоп проверил. Он мотает вправо. Все сработало. Еще раз скажу, головочки без следов износа. Состояние очень и очень приличное. На этом все. Спасибо.